На встрече присутствовали министр образования края Елена Воробьева и руководитель регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина. По видеосвязи к беседе присоединились заместители глав районов по соцвопросам. В нашем регионе горячим питанием бесперебойно обеспечивают 99% школьников. Это один из самых высоких показателей по стране. Хотя не во всех учебных заведениях есть собственные пищеблоки. Туда, где кухни не предусмотрены, завтраки и обеды по договору поставляют предприниматели. Анна Минькова дала поручение тщательно контролировать работу бизнесменов, в каких условиях и из чего те готовят пищу, следить за сроками годности и качеством. Нам необходимы сегодня понятные стандарты, единые стандарты организации питания и, конечно, более жесткий контроль. Губернатор дал нам поручение усовершенствовать модель обеспечения питанием школьников. И, конечно, коллеги, эта работа не должна только ложиться на межведомственные советы по питанию и Министерство образования. Все муниципалитеты, главы и заместители глав должны этим вопросом заниматься и держать безопасность школьного питания на особом контроле. Я прошу в буквальном смысле провести инвентаризацию того, что сегодня происходит у вас в муниципальных образованиях. Анна Минькова подчеркнула, что сбалансированная пища – залог хорошего самочувствия. Сейчас на федеральном уровне разрабатывают такое понятие, как «здоровое питание», чтобы меню в учебных заведениях соответствовало всем стандартам. Также на совещании обсудили льгот систему питания для детей с ограниченными возможностями здоровья из многодетных и малообеспеченных семей.